Я думаю, что иллюстрация Джима, где Бог на первом месте, will work very well with today's subject. Очень хорошо подходит к сегодняшней теме, которую я с вами буду разбирать. Let's look at your chart that you glued in yesterday, this one. Давайте посмотрим вместе на ту таблицу, которую я выдал вам вчера. We're going to look at the two in the very middle. Мы с вами сейчас будем рассматривать те, которые две посередине. Because in many ways these blend together, it's hard to distinguish them. Потому что во многом они переплетаются и сложно их разграничить. It will suggest that the trusting and authoritative is the very best way in which to use parenting skills. Эта таблица утверждает, согласно этой таблице, именно доверительный и авторитетный стиль воспитания являются наилучшими моделями. Look at this. From the children's perspective. С точки зрения детей. They know that they are loved in the household. Такие стили воспитания дают детям понять, что их любят. Versus the authoritarian that we looked at yesterday. В то время как в сравнении с этим стилем, авторитарный стиль, который мы рассматривали вчера, or they just simply wonder. Оставляет детей в замешательстве. Okay, look at the rules on trusting and authoritative. There are very few rules. Обратите внимание на графу правила в доверительном и авторитетном. Видите, их немного. The parents instill the rules in their kids willingly. Родители сознательно учат детей правилам. Okay. And look at it from the child's perspective when trusting and authoritative are used. И теперь с точки зрения родителей, когда применяется эта авторитетная модель. The children's expectations. The child wants to please the parent out of joy. Ребенок хочет слушаться своих родителей с радостью. Do you see that under the expectations? Ожидание, видите? Ожидание. Okay, the authoritarian we looked at, the parents demand the children's Когда мы разбирали авторитарность, то мы говорили о том, что родители требуют от детей послушания. Okay, Jim and I both told you yesterday, we are not experts on parenting. Вчера и я, и Джим говорили о том, что мы не эксперты по воспитанию. These are simply ideas that are proven to work consistently over time. Но с радостью делимся с вами теми принципами, которые, как показало время, являются действенными. It's kind of like the age-old question I started with yesterday. Это очень похоже на вопрос, который я задал вчера. No matter what culture we live in, we still try to figure out the answer. В какой бы культуре мы ни жили, мы всегда стараемся найти ответ. Why did the chicken cross the road? На вопрос, почему курица перешла дорогу. We still have not figured out the answer, have we? Мы с вами вопрос-то задали, а на него еще не ответили. Now, we have an expression in America that goes like this. В Америке есть одно выражение. Звучит оно следующим образом. When I was a kid, I would like to swim, and my friends would ask me to do a big jump and a flip and dive. Когда мы в детстве я очень любил купаться, и мы с друзьями ныряли. И вот друзья говорили мне, давай нырни, еще и с сальто. And I would say, no, I can't do that. А я говорю, вы что, я не могу. And then they would say this expression, well, you are a chicken. И они мне говорят, ты курица. В смысле, боягуз.
Do you have such expression in Russian? Есть у вас в русском языке подобное выражение? Yes. Okay, good. So that will help us to answer why the chicken crossed the road. Ну теперь вы понимаете, что мы имеем, что мы подразумеваем под курицей. Так зачем курица пересекла дорогу? What is that? Это что такое? Это утка. Ducks. It's not chicken. It's not a chicken? Yeah. Не курица, да? Okay, here you go. Why did the duck cross the road? Зачем, для чего утка пересекла дорогу? Чтобы ее сфотографировать. Because there is a lake on the other side. Живет она там. Here's the answer. Вот ответ. To prove he was not a chicken. Чтобы доказать, что она не курица. То есть не боягуз. Y'all don't worry, it doesn't make any sense in English. Вы не переживайте, на английском хоть и смешно, но также нелогично. We're still trying to find these answers. It's the same in parenting. Это я к чему? К тому, что вопросы, которые человечество уже веками задает, это те же вопросы, на которые мы с вами будем отвечать, когда речь идет о родительском воспитании. Okay, trust. Доверие. Yesterday, вчера, Jim and I went to the grocery store. Мы с Джимом пошли в продуктовый магазин. And your bacon that you sell here is very different from what we have in America. И то, что вы называете беконом, отличается от того, что мы считаем беконом. So we looked, and Jim and I. Смотрим мы на ваш бекон. Talking in English. Потом смотрим друг на друга. And everyone looking at us like we're fools. А при этом, а все остальные, значит, смотрим мы на бекон. Потом переглядываемся друг с другом, в то время как все остальные смотрят на нас как на дурачков. We say, this has to be bacon. А мы посмотрели друг на друга, подумали и решили, наверное, все-таки это больше всего напоминает бекон. But it was a big piece of meat. Но чтобы вы понимали, это был большой кусок. And we're used to eating bacon in thin strips. Большой кусок сала с мясными прорезями. А мы привыкли к очень тонким полосочкам. So, поэтому I awoke this morning to Jim frying bacon. Сегодня утром просыпаюсь я, а Джим жарит бекон. It smelled like bacon, and it was bacon. На запах, по запаху, судя по запаху, это действительно был бекон, и по виду тоже напоминал. And I'm a good cook. И чтобы вы понимали, я готовлю хорошо. Очень скромный. So we trusted that that was bacon from what we had known from prior experience in America. Мы положились на наш предыдущий опыт употребления бекона и решили купить этот бекон. И он оказался беконом. In many ways, your children. Во многом ваши дети will model you yourself in decisions that they make. Будут брать с вас пример в том, как они будут принимать решения. Just like we did with that bacon. Так же, как и мы поступили с беконом. Okay, let's turn to Deuteronomy chapter 6. Давайте откроем Второзаконие, 6 главу. And look at a trusting, authoritative example. И посмотрим на пример доверительного, авторитетного воспитания. Deuteronomy chapter 6. Второзаконие, 6 глава. And we'll read verse 4. Прочитаем 4. Through 12. 4 по 12. Okay, before we begin, подождите. Where would Deuteronomy be on the timeline? Куда мы на этой хронологической линии Второзакония написали? In this area in here. Моисей, да.
Good job. Молодцы. Тогда закончим. Можно читать? Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твое, и внушая их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться. Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. When raising your children, при воспитании детей, create good biblical traditions. Создавайте хорошие библейские традиции. That cause your children to look at the apex, like Jim said, God. И это будет побуждать ваших детей воспринимать отношения, как Джим показывал, используя иллюстрацию треугольника, где на вершине... Yourself, your family, to God. Traditions that make you look unto God. Создавайте различные традиции, которые будут направлять вас к Богу. And that's what they were talking about here. The Lord was talking to his children. Remember me. Именно об этом и говорит Господь, когда призывает Израиль помнить о нем. What's his name? Sergei? Have Sergei show me his left hand. Сережа, покажи левую руку. Why? No, the other one. Разве не да? He has an impression of a smile. У Сережи рисунок улыбающегося лица. Helps him to remember to have a good day. Этот рисунок, этот смайлик напоминает Сереже о том, чтобы он улыбался. Biblical traditions will do the same thing. Библейские традиции будут производить такой же эффект в вашей семье. Let me give you an example. Я приведу вам пример. When I grew up, it was my mother and me and my sister. Я рос с сестрой, и нас воспитывала одна мама. And my mother created a tradition where we would gather together in a circle. Моя мама придумала такую традицию. Мы становились в круг, брались за руки. In good and in bad. И делились хорошим и плохим. And the hardest was when it was a bad time. И сложно было собираться так, когда времена были не самые лучшие. And in bad time, that tradition taught us to say, if my sister and I got into a fight, why I loved my sister. И в плохие времена мне это помогало, например, для себя понять, почему я люблю свою сестру. Я говорил о том, почему я люблю, после того, как мы подрались. And that is difficult. That is difficult to find the strength immediately after a fight. Но представьте, как сложно это сделать после того, как мы подрались. So, in our family, my wife and I and my two children. В моей семье я, жена и двое наших дочерей. We did this periodically. Мы периодически эту традицию практиковали. Gathered together. Собирались вместе. Hold hands.
брали за руки and talked to each other. И говорили друг с другом. Looking back, I would say once every 2 months. Ну, если вспоминать, то мы делали это где-то раз или два в несколько месяцев. Often, but not very often. Часто, но не так уж и часто. So we did that consistently. Мы делали это последовательно, системно. And where I learned that my children learned from this was after they left home. И после того, как мои дочери покинули наш дом, our two girls saw that Samantha and I were struggling in ministry. Обратили внимание на то, что у меня и у моей жены Саманты возникли проблемы в служении. And they asked to gather us together. И они предложили нам собраться вместе и взяться за руки. Mommy and Daddy, let's have a love huggle. Мамочка и папочка, давайте вспомним нашу традицию и встанем в круг любви. Tell us why you like ministry. И расскажите, почему вы любите служить. And see, they told us what they liked of seeing us in ministry. И они рассказали нам о том, что им нравится в том, как мы служим. Who was thinking more godly at that moment? Кто в этот момент мыслил более по-божьему? Or the child? Родители или дети? The children. Exactly. Именно. Do you see how when you impress upon them to look at God in parenting? Как внушение детям Божьих принципов при воспитании откладывает на них отпечаток. That when they leave home, и когда они покидают родительский дом, they will look to God themselves. Они уже сами будут практиковать and те уроки, которые help us as parents grow with God, keep him at the front and center. Они будут уже сами практиковать то, что вы как родители им привили, и будут вам, родителям, помогать сохранять Бога в центре вашей жизни. Okay, let's look at another tradition in Scripture. Давайте посмотрим на еще одну традицию в Писании. Talk about how important this tradition was given by God. И увидим, насколько эта традиция, данная Богом, была важна. Исход, 12 глава. Let's read verses 1 through 6. С 1 по 6 стихи. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц этот да будет у вас начало месяца, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых: десятый день этого месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчистите на агнце. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня этого месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечера». Okay. He's giving them instruction. God is giving them instructions of how to prepare the meat before the Passover. Здесь Бог дает указания о том, как готовить мясо перед Пасхой. And it talks about what days it to be done on. Также здесь дается указание о том, в какой день это необходимо было делать. Okay, let's read 12 through 14. 12 по 14 теперь. «А в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас знамением на домах, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас.
и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день этот памятен, и празднуйте вольный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное праздник Его. Okay. Not only were the day to do it that day, that evening. Они должны были не только совершать это в тот день, в тот вечер. How long were they to do it? Как долго они должны были соблюдать этот праздник? Every year. Commemorate it for generations to come. Celebrate it. На долгие во все роды ваши. Okay. All right. And what does this mean? So let's read verse 26 and through 28. Какое значение у этого праздника мы можем прочитать в стихах с 26 по 28? И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. Правильно, дальше? И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. Celebrate it as a lasting ordinance for generations to come. Праздновать они должны были его как вечное установление во все роды. Keep celebrating. Продолжайте праздновать. How long? Как долго? Always. Ah, always. Good. Tell her thank you. Well, she understood me. Always. Всегда. Always. It's good to trust in God because He said so for generations to come. Бог не просто так сказал, что это служение нужно совершать во все роды. Okay, there is a point in Israel's history where they did not celebrate this. В истории Израиля был период, когда они не праздновали Пасху. Let's go to 2 Chronicles chapter 30. Вторая Паралипоменон, 30 глава. Okay, 2 Chronicles chapter 30 is going to be... Вторую Паралипоменон, 30 главу мы отнесем... Let's say 720 BC, this story. К 720 году до Рождества Христова. Okay. All right, let's read. Давайте прочитаем. Verses 1-5. С первого по пятый стихи. И послал Иезекия по всей земле израильской иудеи, и письма писал Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу, Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его, и все собрания в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц. Ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились. И в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить по всему Израилю от Иерусалима до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу, Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. Okay, in Israel, в Израиле, let me draw a map. Here's the sea. Нарисую карту. Let's say this is Israel. Израиль. And let's say Jerusalem. И здесь давайте укажем Иерусалим. Okay, I can't remember Bethel and Dan, but let's say Вифиль, Bethel. Да, давайте скажем Вифиль здесь. And then Dan in the north. Okay. И Дан на севере.
I think that's where they're located. Думаю, они там. Anyway, all the tribes in Israel are supposed to go to Jerusalem and celebrate the Passover. Все племена должны были направляться в Иерусалим для празднования Пасхи. So Hezekiah is sending a message. Gonna send an invitation. Езекия рассылает приглашение. To come to the city of Jerusalem and celebrate. На празднование Пасхи в Иерусалиме. Okay. Read verse 6. Шестой стих прочитайте. 16. И пошли гонцы и письма от царя и от князей его по всей земле Израильской, Иудеи. И по повелению царя говорили: дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака, Израиля, и он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. Okay, that shows that the people went forth to give the invitations. Здесь говорит, мы читаем о том, что царь отправил письма с гонцами, чтобы они передали их начальникам племен. Okay, let's read the background why they wanted them to come. А теперь давайте прочитаем предысторию того, почему Езекия хотел, чтобы эти люди пришли. God's words will tell us exactly. So read 6 through 9. The end of verse 6 through 9. Теперь конец с конца 6 стиха по 9 стих. Обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали перед Господом, Богом отцов своих, и он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне не будьте жестоковыны, как отцы ваши, покоритесь Господу и придите во святилище Его, которое Он осветил навек, и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему. Excellent. Отлично. So the people hadn't celebrated this in a while. Люди какое-то время не праздновали Пасху. They're going to come down to Jerusalem and celebrate this. И теперь должны идти в Иерусалим для празднования. Because it's something that God said to do way back in Moses' day. Ведь Бог дал это повеление еще в дни Моисея. They're 800 years removed. И прошло 800 лет. Okay, let's take a look, read verse 13 and 14. Теперь давайте прочитаем 13 и 14 стих. И собралось в Иерусалиме множество народа для совершения праздника Пресноков. Во второй месяц собрание весьма многочисленное. И встали и не спровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам. Разрушили и бросили в поток Кедрон. This caused them to reflect to worship the only true and living God. Это заставило их задуматься о поклонении единому и живому Богу. And so they removed the idols in Jerusalem. И поэтому все эти идолы, которые были воздвигнуты в Иерусалиме, были уничтожены. Which is a good thing, because they were to celebrate the Passover again. Это хороший знак, потому что они пришли для того, чтобы вновь отпраздновать Пасху. Okay, let's read verse 26 and 27. 26 и 27 стихи дальше. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного всему в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ. И услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небесах. How long had it been since they celebrated the Passover?
сколько прошло времени с тех пор, как они последний раз праздновали Пасху? The days of who? Ничьи. Соломона. Solomon. So they're here. Solomon is here. How many years? Сколько прошло лет? At least 200. Не меньше 200. Wow. Ничего себе. Such joy in Jerusalem. They're celebrating the Passover again. Было великое веселье в Иерусалиме, потому что они снова праздновали Пасху. But the ruler who got them to stir their hearts was named Hezekiah. Но правитель, который пробудил их сердца, это Эзекия, их лидер. And the people trusted Hezekiah for his leadership. Люди доверяли Эзекии как своему лидеру. And they did it. They answered the call. They came to Jerusalem. И они откликнулись на его призыв и got rid of the idols and celebrated at God's command. И пришли в Иерусалим, разрушили жертвенники идолам и исполнили Божье повеление. Hezekiah helped this generation to remember God, the apex. Эзекия напомнил израильскому народу о том, что на вершине отношений человека должен находиться Бог. Trusting authoritative relationship caused them to know God again. Доверительные, авторитетные отношения побудили их вновь вернуться к Богу. It's as if they knew it within their hearts, but they needed a leader to stir their hearts to come and worship. У них в сердце были правильные знания, но они и все, в чем они нуждались, это авторитетный лидер, которому они доверяют, который пробудит их сердце. And guess what? И как вы думаете, God forgave his people. Бог простил свой народ. For forgetting him for all those years. За то, что все эти долгие годы они забыли о нем. Do you like forgiveness? А вам нравится, когда вас прощают? This is the way parents in this model do. Forgive. Вот что должны делать родители в рамках этой модели воспитания. Прощать. I want you to read verse 18. It's the end of 18 where you will see forgiveness. Verse 18 and 19. 18 и 19 стихи прочитайте здесь. И 20. С 18 по 20. Многие из народа, большей частью из колен Ефремова и Манасина, Иссахарова и Завулонова, не очистились, однако же они ели Пасху не по уставу. Но Иезекия помолился за них, говоря, «Господь благой да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И услышал Господь Иезекию и простил народ. They did not celebrate this at the correct month. Они праздновали Пасху не в тот месяц. But God overlooked this because they were celebrating to recognize who God was. Но Бог не обратил на это внимание. Бог закрыл на это глаза, потому что Он понимал, что они праздновали Пасху для того, чтобы признать Бога тем, кем Он является. And this is my conclusion. И вот к какому выводу я пришел. Only my conclusion. Это всего лишь мой вывод. That God thought it was more important for the people to celebrate Him. Бог считал, что важнее было, чтобы народ праздновал Бога at that time than to wait another year for the first month to celebrate. Пусть и не в правильный месяц,
чем ждать целый год, прежде чем они смогут это сделать в правильный месяц. Yes, God gives patterns. Да, Бог дает структурные, да, Бог дает конкретные, детальные постановления. Но в этот раз Он закрыл на это глаза и больше смотрел на сердца людей. Do you see the trusting model here? Видите ли вы здесь реализацию доверительной модели воспитания? They felt comfortable enough to worship in Jerusalem that God would not zap them. Они верили, они с доверием относились к Богу, и пусть и не в правильный месяц, но праздновали Пасху, доверяя Богу в том, что Он не поразит их молниями. Okay, I want to give one example in my life of this trusting authoritative model. И приведу сейчас пример из личного опыта. And then we'll close this thought for this hour. По доверительной авторитетной модели. И затем мы закончим. And tomorrow at the first session I will continue with this thought. И завтра на первом уроке я продолжу эту мысль. My daughter was going to move away and go to college, the oldest. Моя старшая дочка собиралась покидать дом, чтобы поступать в колледж. My youngest was going to go into the ninth grade, and they have 12 grades. А моя младшая дочка переходила в девятый класс. У нас 12-летняя программа школьного обучения. And for girls at the age of 13 and 14, it is very difficult to get them to change schools. В Америке, чтобы вы понимали, начальная, средняя и старшая школа находятся в разных зданиях. They move away from their friends. И девочкам, особенно в подростку, вот в этом возрасте, 13 и 14 лет, сложно менять школу, ведь они расстаются со своими подругами. And they have to make new friends. И нужно заводить новых. And I was sitting at the computer one night. И вот как-то вечером сидит моя дочка за компьютером. Typing some correspondence. Общается по переписке с кем-то. My wife was on the couch. Жена сидит на диване. And my daughter was on a stairway. А старшая дочка на лестнице сидит. And we had already told our girls we were going to move so we could go into ministry. И а мы уже дочкам рассказали о том, что мы планируем переехать в другое место для того, чтобы продолжать служение. And my youngest daughter, моя младшая дочка, was talking. Говорит с кем-то. Then she raised her voice. А затем она поднимает свой голос. And was crying. И начинает плакать. Daddy, I hate you. Папа, я тебя ненавижу. You're taking me away from my friends. Ты увозишь меня от моих друзей. She took off her shoe and threw it at me. Она сняла свой кроссовок и бросила в меня. Now, of course, yeah, of course she missed. Конечно же, она промахнулась. But she got the point across. Но она смогла донести мысль. She was not happy. Она смогла с успехом дать нам понять, что она была огорчена. And I stopped typing. Я перестал печатать. And I just listened to her. И выслушал ее. It was not the time to argue.
В то время не было подходящим для того, чтобы спорить с дочерью. And my wife and I, моя жена и я, we both said, сказали, we know it's going to be hard. Мы знаем, что тебе придется непросто. Can you trust us by faith to walk this with us? Можешь, мы просим, чтобы ты доверилась нам, чтобы ты верила нам и вместе с нами прошла это. She started school at the new school. Она перешла в новую школу, девятый класс. That August. И тем августом. And by Christmas. В августе уже у них начинают, в Америке школа начинается не в сентябре, а в августе, и уже к Рождеству, к концу декабря. She wrote us a letter for Christmas. Она нам написала открытку написала нам письмо. And it said something like this. И вот что приблизительно было в этом письме. Thank you, mommy and daddy. Мамочка и папочка, спасибо большое. For bringing me here to this school. За то, что вы привезли меня в этот город и в эту школу. Because I am happy. With my new friends who seek God in their lives. Я счастлива иметь таких друзей, которые идут за Богом. And more important, I can see that you are growing closer to God, you and mommy. И мне еще важнее для меня наблюдать за тем, как ты и мама приближаетесь к Богу. But you see, my daughter had the trusting, authoritative leadership from us. Дочка видела в нас авторитетных лидеров, которым можно доверять. To come to that conclusion. И именно это помогло ей сделать такие выводы. We stayed in that work for 7 years. Мы занимались этим служением 7 лет. And God sifted 22 souls to be baptized. И Бог через это служение привел к себе 22 человека. 3 of them were my youngest daughter's friends. 3 из которых были друзья моей младшей дочери. And one was herself. И одним человеком была она сама. Perhaps this is why this both models are considered the best. Возможно, именно поэтому при постоянном их применении эти две модели родительского воспитания считаются наилучшими.